засуха. Напылим. Вот пластушку сейчас собрались попробовать приклеить. Вот тут собираем, что куда подходит. Нет, там я где-то кусочек не приносила, я кусочек. Там мелкие есть. Вот, что, но это низковатый. Ну, это мы сейчас я еще посмотрю там. Вот, сегодня попробуем ступеньку начать. И на это уже другой день совершенно. У нас опять тут дождь. Только собрались, опять дождь. Какие-то скинуты там. Ну, сейчас что-нибудь нафурычим. А может быть, какой-нибудь вот такой отпилить, потому что это тоже не влезет, слышишь? Может, этот, нет? Ну, по-моему, оно швы затрется. Да. И по цвету новый. В общем, сейчас пазлы будем собирать. С Антонио Фуралда. Форева. Не, слишком ровно как-то. Не это. Оставь на угол. Он ровный почти угол. Mm-hmm. Куда-нибудь в угол. Так, без меня никак. Давай, раскладывай. Давай. Собираем. Мелочи. Какой-нибудь да подойдет. Ну, вон, почти. Может, другой засунуть просто. Ну, ну и там вот мелочь. Вот тут вот мелочь не. Ну да. Не пойдет, там слишком много. Окей. Мочится. Ну, давай. Ляп-ляп-ляп. Вкусняха какая. Сам бы ел. Да денег надо. Иди купаться, дочь. Пап, подключай вот эту штуку. Да, сейчас выключу. Оттуда сюда? Нет. Нет. Точно. Я же выключил. Такая же. Не, по-моему, почистился на самом деле. Значит, как-то же стояла нормально. Это было, да. Значит, чуть-чуть эту маневрируй. Вик, ну я сейчас занят пока. Так, а что будем делать с этими перепадами? Забить надо это делать. Ну, надо один было более втопить, я так думаю. Так он не втапливает, все, вот. Он в упоре. А туда надо было, наоборот, больше поддать. Thank you.
Большой сначала, наверное, потом маленький. Вот этой стороной. Вот, спросила. Он вот так лежал. Как он мог лежать? Если даже следующий вообще никуда. Чё, друзья, мы тут опять со своей лестницей. Мы выложили, видите, подсохло. Теперь надо это все отмыть от клея серого. И Антоша чем-то хочет покрыть. Нет, сначала швы замазать. Ну, швы замазать, понятно. И чем-то покрыть таким вот лаком, не лаком. Да? Да. Вот. А сейчас вот мы здесь вот поработаем. На вот этой вот площадочке у нас тогда не хватило пластушки. Вот мы тут он немножко принес, друг его угостил. Сейчас прогрунтуем здесь. Он навел уже грунтовку. И будем раскладывать плитку. Только вот как раскладывать? То, что мы складывали на одной лесенке, как сложили, клеем мазали следующую и с этой ступеньки переносили на другую ступеньку, где уже намазанная. То есть изначально уже форма была, как какие, куда, откуда тащить, куда класть. А тут что-то пока не знаю. А клеем намажешь, туда прифигачишь, будешь отдирать, в общем, весь поперепачкаешься. Сейчас какую-нибудь методу выработаем. У нас, как всегда, портится. Погода. Да, Дженни? У нас доброе утро, между прочим. Еще 8 нет. Ждать будем, пока высохнет? Конечно, сейчас ее попьем, она высохнет. Угу. Вот видите, место завтрака. Сразу сюда. А сейчас чаек пойдем попьем, так подсохнет. Да, нам надо успеть до обеда все это делать, потому что вон, видите, какие тучищи, ветрищи, дождь обещает. И порывы жуткие. Еще сегодня за ступенькой бы съездить. Сегодня? Да. А когда ж? В обед? Ну, они готовы. Так а ты, Андрюха, уж собирался. Он гулять собирается. Куда гулять? Ну, сказал, что гуляли. С тобой договорился. На уме. Ну, уж невеста ж. Вот. Девушек. Ну, сказал, что с тобой договорился. Да он все время так скажет. Ну, не знаю, в общем. А там вдвоем никак, у нас тяжелая, да? 100 килограмм. Не справитесь с Вадимом? Нет, конечно. Ну, ясно.